Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героев. Так, взгляд в будущее. Это не тот ли самый взгляд в будущее? Нет, другой. Бонусный зомби с ведром может заблокировать ваши бонусные атаки, так что его для начала нужно уничтожить. Я сейчас попробую, ребята, вот так звездануть этому зомби с ведром, чтобы мама родная не узнала. Так, Бонг Чой, да, у нас здесь? Ну, тут какой-то... Да. Опа. А мне даже и нечего сделать, ребят. Самое противное, что... Интересно, у него валун есть, как думаешь? Давай проверим. Ты гляди, что... Да что такое? Что мне там... Ты гляди, что вытворяет, ребят. А мне дали 38... А, 40 здоровья у меня было здесь. Ага. Так, мне надо что-то, друзья, с этим охламоном делать. Давай я вот так начну. Посмотрим. Ничего пока сделать не могу. Смотри, что. Чем вытворяет? Так, друзья мои, нам надо сделать, наверное, следующим образом. Первое, что я сделаю, наверное, вот так. Тю-тю-тю-тю-тю. Если мы сделаем сюда, поставим. Или вот сюда лучше поставить. Сделать так. Так. И, наверное, вот так. Давай посмотрим. Бонусной атаки нет, да. А, тут все равно нету бонусной. Надо нам этого хламона уничтожать. Опа-на. Так, ты посмотри, сколько у него, друзья мои. Ну, давай я вот так вот сделаю. Так, и вот так. Неприятно, конечно, что в лицо будем получать. Но с другой стороны, фиг бегает, ребят. Так, 4.12, да? О, я даже не знаю. Ну, давай, наверное, сделаем вот так вот. Бонусной атаки все равно не будет, да? Поехали. А сейчас в лицо, блин, бомбанет. Так, ну теперь-то у нас есть бонусная атака. И знаешь, что сейчас будет? Смотри внимательно. Просто с удара сейчас вынесу его. Смотри внимательно. Вот так вот.
А он что хотел? Он думал, в сказку попал, что ли? Нет, ребят. Разыграйте три горошины. Это только одно задание, ребята, у нас откатилось, по ходу дела, да? Да? Разыграйте три горошины. Ну, горошины у нас... Где у нас могут быть горошины? Горошины. Горошины у нас могут быть... Ну, вот здесь могут быть горошины, ребят. У нашей, так скажем... зеленой тени. Давай смотреть. Блин. Так а что-нибудь попроще? Да ядрен матрен, ну. Офигеть, выдали. Да. Хороша комбинация, конечно. 2 плюс 2. Ну и что, вот куда я вот с этим вот барахлом, ребята, буду тут делать? Понятно, зомби. Когда вот таких мелких вызывает, либо ребята готовят под вирус, либо еще под что-нибудь. Дали бы лучше бы бусину мне. Ну, в конце концов, заморозка была бы в тему. Но вот это вот, 2 плюс 2. Такое себе удовольствие. Да хорош ландшафты-то эти давать мне. Нафига они мне нужны, блин? Даже сейчас я ничего не смогу поставить. Потом я поставлю вот этого, даже если, предположим, он все равно его раздавит 100%. Он его раздавит, скорее всего. В общем, надо будет посмотреть. А пока будем получать в лицо. Давай глянем, что здесь у нас будет. Сняшка. Так, может быть, бусина сейчас будет, ребята. Скорее всего, может быть, так получится. Если бусина, этого мы снесем. Получается так. И этот получит. Это получит дофига, да, бусина у нас идет. Это плюс 1 плюс 1. Ну, 2 точнее. Кукуруза это хорошо. Так вот, да? Ну, поехали. Он и здесь будет, получается, прокачка заниматься и здесь, да? Это потом 4 энергии всего лишь. Не очень, ребята, хорошая колода. Ну, поздний, для поздней игры 4, 6, 8, 6, 5. Как бы. Ну, карамель сюда он поставит сейчас. Я понял. Мы его. Да, мы его не вырубим, к сожалению. Так вот, да? Ну что ж, друзья мои. Давай сделаем так. Ну и вот так. Вот.
Ну, у него что-нибудь да есть, там какой-нибудь валун, я не знаю, или что-нибудь еще. Должен же быть. У меня хилов нету. Хилов нету. Ничего такого нет вообще. Прикинь. Обалдеть. Я не знаю, что здесь. Поставить этого. По два этих плюс заморозка. Четыре. Ага, они по одной единичке стоят. Нахрен вот это вот взято здесь? Я вот не пойму. На зеленой тени вот это, вот это, вот это, вот это. Оно вообще здесь не вяжется. Я, ребят, честно скажу, не смотрел колоду. Хилов нет, ничего нету. Какой смысл в зеленой тени вот, это, вот эти вот говнюки. Два ландшафта вот этих еще. Я понимаю, если бы у нас были бы, я не знаю, там, которые плюются, как они, мелкие вот эти вот. Ну, чего ты там. Мелкие были бы, да? Ну, эти, как их, капитанчики. Ну, он включился, не знаю, ребят. Может быть, завис, но он бы разнес бы, блин, понятное дело. Я сейчас просто хочу глянуть на колоду. Я не могу понять, почему именно вот это вот взято было. Ну смотри, у нас здесь, здесь, как бы, ну, все, что нужно, в принципе, есть. Но мне почему-то выдают, как всегда, ребят. Ну, как всегда. Как всегда, то, что не нужно. Ну что, давай попробуем. Так, подожди, тут уж лучше я гляну. Что это за колода? Ага. Ага, ну вот это вот уберем. И сюда, наверное, лучше поставим. Вот так вот. И это еще не все. Вот это уберем. Вот это уберем. И чего? Рэй, ты сейчас ночью играешь? Ну да. Так уж получилось. А, это у меня... Черт, ребят, не... Блин. Не та колода. Это не та абсолютно колода. Сейчас, подожди секунду. Это тоже не то. Короче, в моей колоде не должно быть никаких крокодильчиков и тому подобное. У меня на орехах. Колода моя последняя была на орехах. Ну, типа того, но это все равно. Ладно, давай вот это и попробуем. Но это не эти орехи, ребят. Там через зеркальные орехи у меня должна быть игра. Через зеркальные. А здесь, походу, ну, просто обычные орехи, все. А, нет, зеркальные тоже есть. Ну, давай вот так оставим. Посмотрим. Орешек. Два могилоеда. Давай так поставим. Рикошет случайного растения. Так.
Я ему сейчас, ребята, подпорчу здесь. Он сейчас опять ландшафт, да, поменяет. Вот эти два могилоеда, зачем они мне здесь нужны? Опа, 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 на. Давай так вот сделаем. Он сдался. Он, друзья, не сдался. Хотя 44-й ранг. Так, Орех, ты свой отыграл. Давай теперь попробуем. Блин, вот, кстати, за Цитрона, ребята. Тоже, блин, я даже не хочу, ребят, за него играть, потому что у меня не получается. Давай за Бабаха попробуем поиграть. У Бабаха есть прикольная колода, ребята, на цветках. На клубнике вот это вот, когда... Капитан Клубничка там зажигает, когда... Ты понимаешь, да, о чем я? Выполз. Ну давай так сделаем. Ты издеваешься сейчас. Офигеть. Выдал он мне. Этот ландшафт, ребята, хороший под кукурузу. Не складывается игра. Совсем не складывается, друзья. Он еще и добором пользуется, а? Давай-то. Ну что, что, что? Давай. Вирус. Друзья мои, кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что у него будет вирус? Разнесем тогда. Хрен с ним. Да рикошет. Надежда, ребят, на блок. Мне кажется, не получится. Три урона. Блин, два ландшафта вот этих уже выдали мне. Я могу крокодила, в принципе, сюда перенести, да, через пузырь. И... А если мы, например, переставляем, у нас на ландшафт это влияет или нет? Сейчас посмотрим, ребят.
сделаем так. Ой, подожди, не то. Блин. Давай сделай так. И вот так. Кактус. 4-1 кактус, блин. Так, а тут кто? Окей. Прячет на сглобье. Паршиво, ребят, получается. Вообще все как-то. Если бы хотя бы еще один балл был бы. Не получается. Да не выходит ни хрена. Ну 4 и, блин, и тут 4. Еще и вирусы, ёпарасоте. Еще и вирусы. Ну и что тут получается? Да ничего хорошего. Какой-то бред. 4 в лицо. Тридцать три ландшафта. Нахрена они мне здесь нужны? Вот скажи, вот нахрена мне нужны, блин, 3 ландшафта? Ну нахера, блин? Ну ублюдки, просто ублюдки. Дают карты, блин, какие-то ублюдские. Этот, блин, рандом бесевый просто дает карты ублюдские, которые мне нахрен не нужны. Выдало мне 3, блин, этих, как их звать, блин? Ну ты понял, блин. В задницу себе засунь их и все. 3 ландшафта. На кой леш они мне нужны, блин? 3 ландшафта твои, блин. Бесит просто, ребят. Я так понимаю, это сейчас будет, это чудило сейчас собирается играть через кровожадность. Выселять этих мелких говнюков, насколько я могу понимать. Ну и будет их, естественно, тут сейчас разбрасывать. Дурдом, да? И она тоже думает, блин, почему мне такое дерьмо сейчас выпало? Поехали. Я только одного не понимаю, почему они вот так быстро раздаются. Иногда же бывает, ребята, когда, ну, действительно такая ситуация сложная, но ты потом из нее выбираешься. Бывает, даже с одним хп выигрываешь. Блин, Гаргантюа. Да. Ребят, Гаргантюа, блин. Я пока добор сделаю.
Ну, если я вот так поставлю. Опять что-то там мудрит, хитрит. Да? Опять что-то там мудрит, хитрит. Мне непонятно, что он там ожидает. Но он что-то ждет. Он там ждет, блин. Чего ожидает? Теперь мы все поняли, чего он ожидал. Начинается. Так, ну это уж варки, понятное дело. Давай так вот сделаем. Очень неприятная вот эта гадость. Как думаешь, блок должен сработать, по идее? Воздержимся пока. Да, я, наверное, так зря сделал. У-ху-ху-ху-ху, 16, да? 16. Зря. Ну, в принципе, ребят, на воде бы мне бы тоже это не помогло бы никак. Тут даже спорить не буду. Тут все нормально. Какие-то карты у меня хорошие, просто мне не повезло. Бомбы нету, я ее потратил. Я ее потратил и из-за этого. Так, зато три горошины уничтожил. Я ее потратил и мне не хватило. Если бы у меня была бы бомба, а у меня на бонг-чой, если не ошибаюсь, три ядерных гриба, но мне выпала всего лишь одна бомба. Ну, что поделаешь. Ну, одна бомба выпала и все. А у моего этого охламона, к сожалению, друзья мои, нету растений, которые могли бы быть на воде. Насколько я помню, нет таких. Тебе и ой.
что он тут может замутить? Давай так попробуем. Ну, у него камешек может быть. Нет у него камушка. Давай так поставим. Я не знаю, кто там ребят у него может быть. Так, один... Нет, не получится. Уйди, о божество. Кто там хотел бы у меня сейчас посмотреть? Вот кто. Получает 1+1, наносит бонус на атаку. И наносит бонусную атаку. Тягивает две карты. Мы ему кранты, мы его раздаем сейчас. Так, два в лицо получаем. У него одна карта. Две карты. Но опять же ему не повезло. Просто не повезло. Я, в принципе, догадывался, что там должна быть колода. Но, в принципе, на заклинашках. Но она почему-то пошла не так, как надо. Мы с тобой прыгаем, прыгаем, все. Никак я не могу этот ранг заработать. Всю юлим. Так, первый сорвался клиент. Первый клиент, друзья мои, сорвался. О. Ну что? Ну... Блин, это же... Ну, вроде бы нормуль, вроде бы нормуль. Это опять же только вроде. У меня вот этот тут, по-моему, ребята, всего лишь один в коллекции. Ну, в этой. В колоде. Если брать, то их надо брать все четыре, ребят. И прокачка будет здоровская. Но он валун потратил.
я претензий не имею. Валун потратил и хорошо. Но опять же, если будем выставлять... У него же может быть валун? Может. Давай проверим. Сюда, что ли, под этого подставляет? Спасибо, Кизидос. Приятно, что я не один помню, как его. Супер огурки. Да не за что. Всегда пожалуйста. Просто хочется посмотреть. М? Хорошо, что я не стал ставить ландшафт вот этот, ребят. Но мы его сейчас обязательно поставим. Наверное. Ты посмотри, что делать. Рикошет. Ага, в надгробии. Так, ребята, 2-4-6. Мы можем его наказать. А я наверное, и накажу, ребята, скорее всего. Вирус. Под бомбочку, да? А, блин, у него уже бомба не действует. Тихо, ребят. Совсем забыл. Ну, у нас есть вот этот вот. Даже вот этот, я бы сказал. Я даже не знаю, кого тут лучше поставить, если честно. Давай я сделаю, наверное, все-таки... Все-таки вот так вот. И он же его выкинет, скорее всего. Ну да, конечно же, рикошет, ребят. И опять со своим вирусом. Колебал уже, а? Ну, вирус нам этот вирус пока не страшен. Если он его уничтожит как-то, тогда да. Перемещает. Это мы пока прибережем. Угу. Прикинь.
Эй, не то, что надо, блин. Я думал, сейчас... А, хотя там два удара по земле, ребят, не спасло. Я вот, вот про эту карту абсолютно, ребята, забываю. Абсолютно забываю, понимаешь? Вот про эту вот... Про зомбота, который идет и убирает все карты. Серьезно. А мне знаешь, что вот интересно? А если бы, например, у меня бы стоял бы страус картофельный, он бы его скинул бы? Это же как идет, как заклинание. Он бы его сбросить бы смог бы или нет? Такой вот вопрос просто интересный. Эй, хей, хей. Ну да. Совсем, блин, не в тем, ребят. У него, наверное, кровожадность там, скорее всего, будет. Мне кажется так. Сейчас посмотрим, что он там. Угу. Мишень. Какая мерзительная рожа. Хотя больше он никого поставить не сможет здесь, друзья мои. Так что будем сейчас что-нибудь тут кумекать. Не знаю, что, правда, будем, но что-то будем. Блин, 100% будет. Чувствую, друзья мои, будет кровожадность. Заморозка. Он боится, ребят. Пока придержим эту карту. Я думаю, что не стоит ее сейчас пока транжирить. Ну его можно бомбочкой подбить, в принципе, ребят. Вот так даже будет лучше, наверное, я думаю, да? Че, гасим его здесь? Здесь так поставим. И вот так сделаем. Поехали. Молекулярка. Куда мне ее воткнуть, блин? Молекулярку. И стоит ли мне ее куда-то втыкать? Этого убираем отсюда. Давай так попробуем. Посмотрим, кто тут у нас. Этот превратится в гриб. Ha ha ha!
Все, да? Фига он там нахапал этих уродцев, ребят, сколько видел? Мы с тобой так и будем, наверное. Прыг-скок, прыг-скок, как хотите, скакуны, блин. Моих мыслей шальных. Чем-то прыгать, блядь. На своем выходном с девочкой забился сходить в кафешку, ребят. Так что меня не будет, наверное, на этих выходных. На одном выходном. Вот. Может быть, и на втором, потому что я собираюсь... Выпить? Чуть-чуть, ребята, выпить. Не ради того, чтобы напиться, а ради здоровья. Блин, не нравится мне. Вот когда... Почему мне не везет на великанусе? Вот эта карта, блин, никогда не выпадает мне первой. Всякий шваль лезет. Но только не то, что нужно. Вот кто там у него может быть? Хрен его знает. Давай сюда поставим, посмотрим. Понятно. Сейчас не удивлюсь, если будет заморозка. А, ну вот, что. Мы поставим сюда орех. Да? Или бомба... Давай, наверное, знаешь, как сделаем с тобой? Так и вот так. А я не знаю, кто там сейчас будет. Лаборант. Ребята, лаборант, блин, хотел сказать, автоматически попадает в бомбу. Нифига не попадает. Пока не попадает. Но я прикроюсь. Вот так вот я прикроюсь пока. Ну, уберет этого, да? Я не удивлюсь, если могильщик будет. А он знает, что он, ребят, он хочет этого поставить. Я понял, я кого он хочет влепить здесь. Профессор, который атакует. Профессор. Что, как тут лучше-то сделать? Даже, ребят, пока не знаю. Можно вот так вот попробовать сделать. Пошел пацан во все тяжкие. Ладно, хорошо, фиг с ним.
Да блин, ну не то абсолютно. Ты даешь мне, блин. Под угрозой срыва мы в данный момент, ребят. Под угрозой срыва. Этот может нас пробить. Сделаем тогда следующее. Так. Ну как бы вот только такое, ребята, у меня. 2 и 2, 4 у меня одно. Блин, где мои хилочки, а? Хилочек-то нету. Вставать этим в защиту. Кто там у него? А я не могу этого знать, ребят. Давай так попробуем. Заплевал. Могилоеда? Ага, ага. Я знаю, кто. Это был опасный типок, друзья мои. Это был опасный типок. Две карты, ребята, у него две. У меня... Ну, у меня зато одно хп, у него 9. Как бы такое себе. Посмотрим. Отлично. Отлично. Единственное, что мы, конечно, потеряем сейчас. Ой, прекрасно. Я пожертвую так уже. Слушай, ребята, он же может этого поставить. Сюда поставлю. Так, мне нужно 4 в лицо ему, да, дать? А чего он этого не стал? А, понял, да, если бы он его уничтожил, он бы получил бы в лицо бы.
А тогда в любом случае ему крышка, ребят. Но здесь мы его уничтожим. Здесь 3, 2, 5. Все. Если он сейчас мне этого подобьет. Ну, он бы, ребят, если бы у него было бы что поставить бы, он бы это бы взорвал бы. Сюда бы прикрылся бы и пробил бы мне 3 в лицо. Потому что это не блокируемая атака. Все правильно. Все, ребятушки, правильно у нас получилось. Естественно, он сейчас будет сдаваться. Ну, естественно, дурачка врубать, типа у него обрыв связи. Ну, это его дело. Мы свое дело знаем, наше дело бравое, да? Волан-де-мор, блин. Что назвался ты как? Волан-де-мор, блин. Да, блин. Перешли мы с вами 36-ю. Ой, 46-й ранг. Нам всего лишь 4 ранга. Всего лишь, но они могут быть очень долгими, нудными, но тем не менее. Они будут. Вот этот крахмал, я даже его использовать не успеваю, ребят. Просто не успеваю. Давай сделаем так, чтобы лишний раз не рисковать. Замораживай, замораживай, шлепок. Ну что, там крахмал, ребята, нам только светит. Или крахмал будем ставить? Не, наверное, крахмал. Вот так вот я сделаю. Не знаю, кровожадность у него может быть вполне, ребят. Пошел за картами. Ну ладно, хрен с тобой. Так, знаешь, что сейчас может быть противно, ребята, если ему выпадет сейчас кровожадность? Так, давай в блок. Чувак, да? Да заколебал ты, блин, а? Ну этот сейчас точно в блок, ребята, звезданет. Я надеюсь, два по земле будет удар, да? Хренус там два по земле. Хренус там два по земле, ребят. А что у нас за 4 есть? Крахмал. Кто у меня там прячется? Лаборантушка, да? Ах.
все, блин, перемещает. Все, блин, перемещает. Блин, сейчас в блок влепим. Калистрат какой-то прям. Вылезло чудище морское, блин. По-моему, ребят, 3 и 6, 9. Нет, еще поживем. А, нет, нифига не поживем. Все. Это пробьет лицо, табло. Вот ублюдок, а? У него... Как он называется? Откуда он ее взял? Да это, наверное, этот ему вытянул. Потому что у него нет вот этой вот уничтожалки. Нету. И самое, знаешь, что больше всего бесявое? Могилоеды опять же есть. И вот когда он вставляет могилы, в могилах зомби, у меня ни одного могилоеда нет. Ну, ну как это тут называется, ребят? Ландшафт дерьмо. Просто, блин. Ты посмотри, чувак. Ну ты как вот с такими картами играть, ребята? Ну ёпрасы ты, ну 5 на 5 энергия. Я от ландшафта этого избавлялся, он берет мне опять ландшафт этот, всучивает, да? Ага, колода на пиратах, ребят. Да. Ландшафт. Ландшафт сейчас сюда влепит, да? А, нет, вон чего его. Ну, это под бомбу, друзья мои. Это под бомбочку. К бабушке не ходи. Да, шапка слетела, блин. Понятное дело, что здесь вот так вот, ребят. Ну, другого варианта нет. Там, не знаю, если заклинание что будет применять какое-нибудь противное. Да меня больше другое волнует. Больше меня волнует другое. Так. 5. Вот оно как, ну-ка. Давай по земле, два удара по земле. Хрен там тебе два удара по земле. Я просто боюсь, ребят, что у него кровожадность есть. Ну, кровожадность же... Интересно, есть или нет? Проскок. А потом кукуруза пойдет в бой. Других вариантов нету, ребят. Он, конечно, он хочет добрать карты, я понимаю все. Потому
Потом пойдет кукуруза. Дальше уже будет видно, там, что у него будет. В следующем заходе. Пока влупит в лицо. Он наносит 3 урона, ребята, этим самым вот. Ну это ты думаешь, тебя это спасет? Это не спасет тебя. Акула тебя точно не спасет. Этот фуфел тоже тебя не спасет. Блин, мне и скидывать-то никого не охота. Давай так сделаем, хрен с ним. Воу, у него летучие мыши, оказывается, ребята. За ноль. Неожиданно, если честно. Чуть-чуть не хватает, да? Но ландшафт можно, в принципе, поменять. Он сколько у нас? 7 стоит? Блин, дофига стоит. Если мы его скинем, нам все равно не хватит, да? Он пошел ва-банк, грубо говоря. Что там у него интересно такое, а? Я другой немножко ожидал. Немножко покинул, что вот эта вот гадость в лицо два сейчас. Не два, а больше принесет. Смотри, как что утворяет. Так, этого бомбанем. Надо вот с этим будет как-то еще разбираться. Как-то. Мы можем сделать так. Хрен его знает, как тут лучше сделать. Короче, давай так сделаем. Сюда. Четыре, три, семь. А больше нету ничего, друзья мои, у меня.
Как думаешь, пробьем лицо ему? У него кровожадность может быть. Что еще может? Двух сопляков вызвать может. Ну, сейчас я кукурузой бабану, либо вот этим. Сейчас посмотрим, что он там поставит. Лишь бы не пират. Пират, если будет, будет хреново, ребят. Мы придется их взрывать всех. А это погибнет. И этот. Останется только вот этот хмыреныш. Кровожадность. Пять и четыре. Давай сделаем так вот. Нормально. Я просто побоялся, что может быть у него кровожадность здесь будет, и он взорвет ее. Ну, ты сам знаешь, какие там будут последствия необратимые. Опа, сыграй 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Крутое, ребята, задание. Попробуем за разгрома. Разгром тут, если только в одном случае, ребят. Если он раздухарится, если он разгонится, он, конечно, против ореха. Если орех на орехах, не очень будет хорошо. Но в другом случае. Да и парасоте, ну что ты, блин, ну надавал, блин. 7, 9. Лучше, блин, не придумаешь. 4. Ну хоть защиту дал, блин. Да, без гаргантолога, ребят, сложно. Орех не спешит, значит, ребят, нахил. Это я тебе точно говорю. Он не спешит. А куда ему спешить, если он нахила? Кактус. Интересно, есть могила у него? Сейчас проверим. Но у него немножко другое, ребят, что есть. Но у нас есть вот эта вот барышня. И она ему не понравится. Берет защиту. Он совком банке. Но мы его шлепаем. Самое главное. Ой, вирус. Нет. Не будет тебе хила, парень. Хила тебе не будет.
Да, это барышня на хилах. Ой, ребят, какая же она противная. Какая же она противная, когда тебе хочется хильнуться, а эта пока стоит, и ее никак не убрать. Ее никак не убрать. Потому что она стоит и компенсирует тебе мозг. Особенно если она под каким-нибудь там, я не знаю. А, нет, она же не может под кем-то стоять, да? У нас же нет такой возможности на зомбарях под кого-то подставить. Тут такое себе, ребят. Тут такое себе. Смотри, парень разгоняется. Сразу, с лету. Значит, что-то серьезное, ребят. Значит, что-то серьезное. Давай так попробуем. Думает сейчас, блин, зачем я вспышку на солнце потратил? Сейчас бы сюда бы бомбанул бы, не было проблем. Но у него и так нет проблем. Ладно. У него молоточек. У него чертов молоточек. Так, друзья мои. Поехали. У него может быть бензоэта, у него может быть кабачок. Это что, что угодно, ребят, для того, чтобы бомбануть этого пацана. Молоточком воспользовался. Мы потом поставим, наверное, вот этого зомбаря, скорее всего, ребят. Так, сколько там? 8, да? Ну давай сделаем так. Фиг с ним. Неприятно, неприятно. Мне неприятно, ребят. Что он будет сейчас разгоняться. Ну ты посмотри, что творит, а? Блок еще, блин, да? Нет? Без блока. Так попробуем, блин, бомбануть. Ну он на хилах. Фига он. Фига он что тут вытворяет, ребята. Опять в лицо-то, блин, неприятно. Подожди, подожди, подожди. Да, блин, ты серьезно, твою мать. Я думал, что нет у него. У него есть она, оказывается. Ладно, хильнуться должен успеть.
6, да, восстанавливать здоровье? 6. Будет 14. Виноградина у него. Ну, ребятушки, виноградина. Так, сейчас посмотрим, что он там может влепить. Пропечатал. Ему нужно было срочно хильнуться, ребят, да? Ну, хильнулся, ладно, хорошо. Шесть и шесть, 12. 12. А если через вирус? Ну, вирус я сейчас не поставлю, понятное дело. Ну там всякий можно расставить. Зомбота выставлять? Я пока откажусь. Этого уберем. Я думаю, что все, хана ему. Размазали. Так, друзья мои, ну что? Наверное, мы будем потихонечку закругляться. Я думаю, что задание выполнили, да? Выполнили. Нам нужно 400, ребят, самоцветов до 1000 самоцветов, чтобы мы могли с тобой открыть уже 11 паков. Фух. Ну что, ребятушки, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.